И всем доброго времени суток, уважаемые подписчики моего канала. С вами снова я, Енот. Сегодня мы будем играть в Союзники. Посмотрим, кто у нас тиммейт. Какой-то странный чел против нас. Ну, не удивлен. Ну, вполне себе не удивлен. Кстати, кто это? Какой-то очень жесткий чел. Меня это всегда напрягает, что у меня в тиммейте... Ой, в тиме Сильвер, либо Голд, либо вообще нет звания. Он против меня... Какие-то киберспортсмены. Вон там зря спалился. Так. А чё он так тпхается, братан? Купи нет по-братски. А чё он тпхается так? Братишка, купи нет, а? На нож, да? На нож полетел. Со мной на ножах нельзя выходить. Ой, осуждаю. Вот я хотел зачитать, думаю. Не знаю, что-то нормальное напишет, а? Не удивлен. Вот, реально, вот не удивлен. Думаю, помню. У меня легенда. Минус. Я слышал. Ну как? А, это спас. Вообще. Братан. Братан, хорош. Ой. Ну ладно, нормально играет. Да, реально чемпик. Респектуха. Я тут уже начинаю. Эх, вот тиммейт такой плохой, такой сикой. Да нет, вот наравне держимся. Хороший тиммейт. И ДР заслужил, честно. Ой. Я где? Где? Ну, конечно. Ну, конечно. Челы мне в голову тупо сразу. Просто сразу. Никого нет. Смотрю. И сразу хэп. Тяжело стало в стендов играть. Вот правду скажу. Вот невозможно уже играть в него. С голда невозможно выйти. Так. Меня не видно. Отлетаем. Найс. И тиммейт, прикиньте, он даже голдуни. Тиммейт даже колдунь. Не просит. Вообще красава. Не, сейчас я отомщу им. Все. Надеюсь, в тайминге. Они, наверное, сейчас подсатмит будут делать. Не знаю. Флобойма зажал вообще никого. Но я не могу! Я, чтобы вы понимаете, я 64 с хаешки дал. Ну что такое? Ну что, хватит писать уже, тиммейт. Нет, реально, вот. Знаете, вот когда выигрываем, тогда хоть пиши. Но я же не пишу ничего, максимум вот хорош. Больше не надо ничего писать. Инфу надо писать, а не блин, как ты это сделал, ты какой-то читер. Ой, я не играл голд. Год. Вот как вот что мне даст вот эта информация. Ну, абсолютно зиру. Ничего. Ну, просто. Понимаем.
Мало того, да хватит писать уже. Он прям гигантский. Это тактика была. А вот это раскид. Угу. Ну вот что, ну не, ну тяжело. Тяжело играть, когда против тебя играют люди. Косарь часов. Косарь часов. Ой, ну 200 часов, но это не важно вообще какой-то. Очень странный человек. Кстати, а возможно это софт? Вполне возможно. Вполне возможно, что софт. Вполне. Сколько сезона он играет? Айдишник более-менее новый. Странный чел. Так. Так, знаете, вот вроде как ты кажешься каким-то токсиком, а на фоне этих ты вообще не токсик. Потому что чел, вот, я же ему не пишу, уже если ты лютый по раскиду. Я вот молчу. Ну, про себя говори. Вот, снимаю видео, чтобы на аудиторию это говорить. Но не пиши ты это в чате, пока играешь. Ну. Сколько у него хп, интересно, прям. Найс, у него так мало хп. А, нет, забейте, это я задамажил. Тиммейту спасибо говорить не надо. Тиммейт не вывез. Давайте тест на любителя скинов. Скинет ли калаш или нет? Ну, тест он прошел. Тест прошел, так что более-менее норм, чем. Откуда у них деньги на раскид? А, один забрал. Ну. На свой. Тебе даже на некромантер. Чел! Я все продал, открыл кейса. Осуждаю такое, но пусть будет. Ушел из игры. Ой, ты dead inside. Вот это ты dead inside. Игра не для детей. А почему тогда ты в этой игре? Я все продал и ушел. Бедный ты наш. Бедный, бедный. Как-то все равно, вам не кажется? Так. Можно чекнуть его пасы. А, ни одного паса не было куплено. Только курсор соус, возможно. Так. Я тоже из игры уходил. Вот я тоже из игры уходил. Я с Лилом 9, Dragon Glass. Но я же этого не пишу. Понимаете? В том прикол. Я говорю, что типа, ой, вы бедные. Да, я заявляю. Но я это говорю не во время катки, когда самый разгар. Смотрите. Он специально, чтобы этот... Типа он крутой, не подберет мой калаш. Типа он такой богатый был, что ему этот Treasure Hunter вообще не хочется. Смотрите, сейчас скину.
И он тоже не захочет. Байт, байт. А может и правда на МП7 хочет поиграть. Бывает такое, когда вот с калаша не играет, а с другого оружия. Даже если хуже. Сколько в них надо попасть? Раз. Минус два. Это было тяжело. Тяжелая карточка. Тяжелый раунд. Очень. Не, в мод. Если ты меня так называешь, игра один. Хочется, знаете, что сделать? Выкинуть калаш и стоять на месте. Это шедевр, братан, это шедевр. Это шеде, братан, это шеде. Так. Ну, зачем они так смог кидают? Мне вот просто вот интересно. Для страха. Я типа хэшк не попал, да? Ну нет, ноль, в него хаешка прямо в голову летела. Что мне тиммейт скажет? Да. А, вот он говорит, что я какой-то там дурак, типа, у меня 10 киллов, у него 5. О, вопрос. А где челик? Видел? Отлетаем. Ну, на этом мы заканчиваем наше видео. Всем удачи и всем пока.